Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео у меня будет о покупочках из магазина Fix Price. И хочу с вами поделиться, прежде всего, наверное, это новая коллекция. Я до этого не видела, или, по крайней мере, у нас не было. Я приобрела себе вот такую вот беленькую корзинку. Ой, вот с такой ручкой. Ручка достаточно тугая, но мне это даже нравится. Кто хочет послабже, можно вот тут открутить. Ой, сейчас, девчонки, вот тут открутить гаечки немножечко, и ручка будет ходить посвободней. Цена такой корзинки была 299 рублей. Я бы, конечно, хотела черную, но, к сожалению, у нас таких не было. Наверное, таких вообще в принципе нет. Поэтому я остановила свой выбор на белый. Так, хочу вас предупредить сразу, когда будете покупать корзинку, проверяйте все, потому что вот эти вот... проволочки, да, они паяные, и я, к сожалению, не посмотрела, и вот с этой стороны, сейчас покажу, если будет видно, вот, видите, она у меня отходит, ну, я попробую что-то с этим сделать или попрошу, чтобы мне припаяли. Так, не помню, говорила или нет, цена 299 рублей в наборе, есть вот такие вот интересные приспособления для быта, кому интересно, может потом в своих магазинах Fix Price поискать. Написано «корзина кухонная с ручкой». В общем, вот такую взяла. Еще у нас появились вот такие вот подставки для приборов. Тоже мне понравилось. Стоила она 199 рублей. Очень прикольно сделано. Кстати, незамысловато и очень просто. Мне понравилось. Можно вот так вот ставить приборы, как заявлено на картиночке. Состав данной подставки – углеродистая сталь и дерево. Точно так же, как и у той. В общем, я вот этими покупочками очень довольна. Следующее, что я еще взяла себе из кухонных принадлежностей, это были вот такие две пиалки Bowl. Вот эти наклейки у нас там сразу почему-то отваливались. А объем, кстати, цена такой пиалки 69 рублей. У нас были желтенькие, еще вот тут с розовым кантиком. Но почему-то желтое мне показалось более яркой и очень классно поднимает настроение. Объем данных пиал 350 миллилитров и состав это керамика. Взяла себе две. По утрам поднимать настроение. Следующее, что у нас появилось также из новой коллекции, это вот такие вот кувшины с артишоками. Правда, цена на них 299 рублей. Были чисто зелененькие артишоки, вот такие фиолетово-зеленые. Но мне показалось, что это, ну, для меня более интересно. Я решила взять, и я очень хотела такой кувшин с лавандой, но у нас их разобрали, оставались другие, поэтому я не успела. И, кстати, я не пожалела, этот кувшин мне понравился намного больше. Состав тоже керамика, классный такой кувшинчик. Следующее, что у нас появилось, сейчас, девчонки, я тут все засунула в коробочку. Вот такая вот ваза. Я, конечно, хотела очень темно-синюю, но когда я пришла, уже оставалась вот эта вот только одна. Я даже, кстати, не помню ее цену. Наверное, 199. Если я не права, поправьте меня в комментариях, напишите. В общем, она достаточно объемная. Ваза Terra. Материал, видимо, стекло. Да, стекло. И она все-таки достаточно такая объемненькая, пузатенькая и большенькая. Мне она очень-очень также понравилась. Вот сюда я ее поставлю. И еще из вазочек у нас появились вот такие вот. Фиолетовый был, серый и еще какой-то, не помню. Вот такой фиолетовый мне понравился больше. Она в жизни поярче, мне кажется. Так, состав также стекло. Вот, к сожалению, они не пишут размер данных вазочек. Но по сравнению вот с этой вот серенькой, вы видите, да, что она просто малышка и очень миниатюрная. Цена вот такой вот 99 рублей. Также у нас появились вот такие вот артишоки. Были темно-зеленые, вот такой вот серо-синий какой-то. Мне он понравился. Цена такого артишока 199 рублей. И его состав керамика. Были еще темно-зеленые артишоки на ножках, но я подумала, что мне одного будет достаточно и больше мне не надо. Так, также из посуды у нас все. А из коллекции артишоков у нас еще появились вот такие вот шкатулки. Ой, по-моему, у меня отвалилось стекло. Или это даже не стекло. Сейчас, девчонки. В общем, шкатулка декоративная.
Выполнена она из LHDF, PET, краска, клей, гвозди. Так, как бы мне ее открыть? Без ножничек, конечно, это проблематично. Ой, сейчас, девчонки, вроде открыла. Так, да, это пластик, девчонки. Если бы я знала, что это пластик, я бы, конечно, ее совершенно не купила. Вот, ну что ж, уже купила. Вот тут, видите, у меня уже брак. Не знаю, как я так не посмотрела. Вот тут очень видны гвоздики. Если видно, вот, да, вот так вот виднее. Причем они везде на каждом углу. Ой, в общем, это шкатулка. Оп, девчонки, она даже просто вот так прикрывается. Да, в общем, я ее хотела сделать для чая. Вот тут вот где-то она у меня отклеилась сейчас. Вот, вот, видите, отходит. Но это я... Подклей, это не криминально. Вот эти штуки, я думаю, что будут отваливаться. Нужно будет их потом клеить. Цена такой шкатулки 249. Девчонки, она совершенно не стоит таких денег. И если бы я изначально увидела, что она из себя представляет, или увидела у кого-нибудь в обзорах, я бы такую вещь себе, конечно, не купила. Но теперь буду использовать для чая, скорее всего, или найду ей еще какое-то применение. Так, следующее, что у нас появилось, девчонки, была приятно поражена. Это вот такие вот носочки. У нас было очень много разных видов. Вот это, наверное, с ежевикой, с какими-то тюльпанами, наверное, или цветочками. И здесь с бананами. Но больше всех мне понравились с бананами. Были у нас с авокадо, с какими-то ягодками, с арбузиками. Ой, штук 7 или 8 разных. В общем, взяла вот такие. Размер всех носочков 35-38. Состав этих носочков, девчонки, сейчас одни возьму, попробую прочитать. Так, состав 65% нейлон, 22% полиэстера и 13% эластан. Каждые такие носочки стоили 99 рублей. Ну, такие миленькие, мне понравились. Желтые взяла себе, остальные деткам. Вот, вот такие вот носки классные, чертовски классные, мне очень понравились. Также у нас еще появились вот такие вот носочки-следочки, наверное. Также размер 35-38. Цена их 59 рублей. Взяла их себе под кроссовки, под спортивную обувь. Очень, я считаю, удачный вариант. Также были разные цвета, были яркие. Белых, к сожалению, не было. Взяла себе белые. Были ярко-рыжие, ярко-зеленые. Вот такие, ярко-желтые. В общем, много-много расцветков. Все тоже не упомню. И еще из беленьких мне понравились вот эти. Они стоили тоже... так, эти стоили дороже, 79 рублей. Размер также 35-38. Цвета были разные, но мне нужны были белые. Я бы и те взяла белые, но, увы. Так что вот такие вот классные носочки-следочки в этот раз я увидела. Также из... Из новинок у нас появился вот такой вот, наверное, гель или лосьон. Его добавляйте в тазик, да, в ванночку. Это чудо-пятки для домашнего педикюра. Решила взять. Сейчас лето. Отличная, как бы, отличная альтернатива походам к специалистам, да, по педикюру. Хочу попробовать. Если классная вещь, то я с удовольствием буду использовать. Внутри выглядит вот так вот. Так, объем данной баночки. Так, что-то я не вижу сейчас. 250 миллилитров. Цена его была 199 рублей. А вот кто его производит, что-то я не помню. Хотела посмотреть и забыла. Так, девчонки, сейчас попробую найти производителя. Республика Корея. Кстати, корейские средства очень хвалят. Надеюсь, что оно себя оправдает. Также взяла, как всегда, запасы клеевых стержней. Сейчас они у нас по 47 рублей. Для поделок-переделок пригодятся. И это такой материал, который всегда нужен. Следующее взяла два шариковых дезодоранта «Биопрелесть». Никогда не видела такой. Вот впервые увидела в фикс-прайсе, решила взять. Отличная альтернатива для дачи. Потому что вечно его забываешь, а этот отвез и забыл про него. И цена его 83 рубля. Я себе подписывала, чтобы не забыть. В общем, такие вот два дезика приобрела.
Также из кухонных принадлежностей мне попались вот такие вот кухонные совочки. Стоили они 62 рубля, в наборе 3 штуки. Но я их взяла не для кухонных, так сказать, бытовых, да, принадлежностей, а взяла в качестве пересадки, когда пересаживают цветы, рассаду и многое другое. Очень удобно подсыпать в горшочки, тем более они разного, даже не знаю, как размера. Взяла именно для этих целей. Думаю, что будет очень удобно. Также взяла набор простых карандашей. Как видите, там три разных расцветки. Сейчас открою, покажу. По-моему, вот тоже не помню, сколько они стоили. Девчонки, даже, по-моему, 4 расцветки. Что-то они туго идут, не буду вытаскивать. Вот такой вот розовый с голубым. Голубой с розовым. Фиолетовый с зеленым. А, ну все, тогда три расцветки, да? Да, зеленого нет. Вот такие вот миленькие пастельные карандашики. Простые карандаши всегда нужны, пригодятся. Цена, по-моему, 99 рублей. В наборе, кстати, их 12 штук. Чернографитные карандаши, насечки для захвата, прочный грифель и твердый мягкий. Фирма Берлинга тоже. Думаю, что классные. Вообще фирма Берлинга мне очень-очень нравится. Также увидела у нас вот такую заколку. Их было очень-очень много. Стоили они, по-моему, 59 рублей. Решила взять одну в качестве, ну, мини-подарка, скажем так. Также из таких расходных материалов, да, это у нас эластичные женские носочки фирмы Zooway. В наборе 3 пары, 6 всего носочков. Стоили они 59 рублей. Взяла себе и маме, потому что часто рвутся. Так, также у нас появились вот такие вот супер какие-то шоколадки с нугой мягкой карамелью. Внутри написано 5 батончиков. Сейчас открою, покажу. У меня подруга брала, хвалит. Но не знаю, я пока не пробовала. Внутри вот таких вот 5 батончиков. Буду пробовать, потом скажу. Цена таких батончиков 55 рублей. Так, взяла еще вот такие вот клеющиеся полоски липучки. В наборе 4 пары. Очень удобно вешать картины. Я не знаю, как они вообще будут держаться. Девчонки, расскажите мне, ну, кто знает, да, какие из них можно покупать, потому что я пробовала, по-моему, одну или две фирмы. У меня какое-то время картины висят. Ну, не картина, а фоторамки, да? Вот. А потом они отваливаются. Не знаю почему. Возможно, сами штучки плохие. Фоторамки у меня небольшие. Буквально 10 на 15. Но почему-то мне в этом не везет. Вот цена такого набора 55 рублей. Взяла первый раз. Хочу попробовать. Может быть, фикс прайс будет держать. Также в фикс прайсе взяла скотч. Нужная вещь всегда. И малярную ленту. Тоже нужная вещь. Малярная лента 48 на 20 метров. Так, 48 миллиметров имеется в виду. Но это чуть-чуть, наверное, пошире. Или такая же. Нет, такая же, девчонки. А, здесь сейчас прочитаем. Так, тоже 48, но уже на 66 метров. Каждая такая штучка стоила 79 рублей. Так что, если кому-то надо для бытовых нужд, имейте в виду. Также у нас появились вот такие вот зубные щетки. Фирма, даже не знаю, Head тут написано. Upwheel, наверное. Или Smile K, я не знаю. Стоили такие щетки 124 рубля. К сожалению, не помню, это они были со скидкой или это их такая цена. Но решила взять вот такие вот кругленькие. Мне показали, что какие-то необычные. Думаю, надо взять. Вот, взяла две, как говорится, в наборе было столько. Так. Следующее, что также я увидела, это масло универсальное. Взяла его, но оно вообще везде нужно. Взяла себе для швейной машинки. Ну, здесь также видно и для дрелей подойдет, и для молний, и для замков. В общем, класс. Стоило оно 62 рубля, вот подписывала. Хорошая, нужная вещь. Так, потом, девчонки, купила вот такую корзину. Но если бы были там такие открытые, никогда бы не купила. Стоила такая корзина 79 рублей. Сейчас вам ее покажу. Корзина тканевая, 20 на 30 сантиметров. Заявлена как корзина для игрушек. Но я себе также взяла как корзину для игрушек, только игрушек для собак. У меня собаки.
Вот, вот так вот она выглядит. Ну, вот такую расцветку я взяла, потому что все остальные были какие-то у нас стрёмненькие. Но это тоже не айс, но все равно. Внутри материал такой как бы проклеёнкой покрыт. Вот, швы не обработаны, ну, наверное, за счет того, что клеенка сыпаться не будет. Вот так вот она выглядит в длину. Вот, вот эту штуку я подворачиваю вниз. На этикетке заявлено, что можно завернуть сюда, чтобы синяя ткань вот так вот была. Так будет, конечно, интересней, но у них здесь не продумано. Вот этот шов тогда должен был быть вот сюда, поэтому я заворачиваю вниз. Но, кстати, как место для хранения, наверное, имеет место быть. Так что обратите внимание, цена такой корзинки 79 рублей. Так, и еще я себе купила вот такой белый органайзер. Стоил он 79 рублей, он узенький. Так, это фирма Home Time. Размер данного органайзера 25 на 8 и на 13 сантиметров. Так, состав полипропилен. И, конечно же, это производит Китай. Но, кстати, органайзер очень классный, прочный, похож на органайзер из Икеи. Вот, возможно, сейчас посмотрю, под что я купила. У меня такие баночки. Если у меня все подойдет и встанет удобно, да, мне понравится, то я, наверное, докуплю еще. Были у нас еще такие ярко-желтые, ярко-синие, белые. И, наверное, все, больше не было. Ну вот. Так, и последнее, что мне попадается, девчонки, ну это уже... Вот такие корейские масочки. Их я покупала в Пятерочке, не в Фиксе. Просто решила поделиться, возможно, вам понадобится. Вот такие вот масочки корейские. Восстановление увлажнения тканевая маска стоила 29,90. А вот такая вот маска интенсивное увлажнение упругой стоила 49,90. В общем, я считаю, что это отличная цена. И, возможно, сегодня зайду, куплю еще себе парочку таких. Так что имейте в виду, что в Пятерочке, по-моему, у них сейчас скидка какая-то вот именно на эти. Там были еще очень много других, но я себе прикупила именно эти. Так что обратите на них внимание. В общем, вот такой вот у меня обзор получился в этот раз. Надеюсь, мое видео вам было интересно, полезно. И на этом я с вами хочу попрощаться, чтобы видео получилось недостаточно таким объемным, достаточно компактным. Вот, потому что не люблю затянутые нудные видео, но... Иногда так получается. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего-всего самого наилучшего, море позитива, теплого, классного лета, дней, в которых будет поменьше дождей. Дождики, конечно, все равно нужны. Вот. И на этом я с вами прощаюсь. Всего-всего вам самого наилучшего и до новых встреч. Всем пока-пока.